Добрый день. Красавская железнодорога. Видно на Краснобогатырской улице, там да, вот это дома. А это бывший завод обувь. Тут теперь все и автосалон. А вот там какая-то часть еще завода. Это блин. Нет, ну трава есть такой. Вот Сокольник, пожарная каланча историческая. Метро все строят на выходе. Туда к Комсомольской. Туда к Преображен. Киевская улица. Вот он, там загорожено старое метро. Тут новый выход уже построен, не знаю, тут все где-то вход должен быть. Новое здание. Ну как новое. А вон тут тоже что-то и город есть. Магазин Книжный. Торговый центр. Сокольник. Ну, напротив гостиницы Холидей. А здесь мы прошли там, я снимал с той стороны пожарную каланчу, пожарную часть. Будет стромым. Я как раз у меня там встреча в этом гостинице Холидей. Туда и иду. Вот уже сижу на обратной остановке. Всем спасибо, до новых встреч.